В борьбе за первое место первенства по баскетболу сошлись команды 14 и 25 школы. Эти соперники встречались на площадке уже не раз. Напряженная борьба в финале прошлого года завершилась разницей всего в одно очко. Борьба всегда присутствует, потому что все команды и игроки понимают финальные игры, всем хочется победить. И лучшая команда школы от девочек и мальчиков едут на краевой турнир, который проводит школьная баскетбольная лига КС Баскет. В первой четверти лидерство уверенно захватила команда 25-й школы. Большая часть игрового времени проходила у кольца их соперниц, где девочки уверенно проводили атаки и реализовывали штрафные. Большую роль в этом сыграла разница в возрасте участниц. Состав команды 14-й школы значительно изменился по сравнению с прошлым годом. Игроки достаточно сильные, соперники. И приходится выкладывать в полную, и не всегда все получается. Тренер злится. Играем хорошо, потому что мы играем 2000-2001 годом против 98-97. Для нас это очень большие девочки. Хозяевам площадки удалось удержать свое преимущество до конца встречи. Счет матча 50-26 в пользу 25-й школы. Третье место среди девочек заняла школа номер 24. В мужских финалах, которые состоялись позже, тоже победили ученики 25-й. 29-й и 133-й гимназии заняли второе и третье места на пьедестале почета. Краевые соревнования с участием победителей уссурийского первенства ориентировочно пройдут в феврале следующего года.